Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это свитер Амина. Когда он у нас был представлен буквально несколько дней назад, впервые за 7 минут эфирного времени была полностью распродана первая партия. Многим не хватило. Сегодня особое предложение с максимальной скидкой. Не упускайте шанс, дозванивайтесь сейчас. Ты знаешь, вот даже я, человек, который не носит свитера, сегодня просто не удержалась. Потому что такие яркие краски, такой комфортный материал. Просто здесь, да? Чудный, шикарная, да, длина и очень приятная посадка. Это действительно вещь, которая сейчас нам в гардеробе понадобится. Весна, все-таки то время, когда мы носим именно вещи с высоким воротом. Да. Тем более, что это сейчас модно. 70-е вернулись. Мы с вами вспомним, да, как раз высокий ворот и яркие краски. То, что сейчас актуально. Тем более, я вам хочу сказать, что сегодня у нас высочайшего качества представлен свитер в эфире. Это белорусский трикотаж, тот самый знаменитый, который многие из вас знают и любят. Но немногие знают, что самый знаменитый производитель этого трикотажа — бренд Полесье, который сегодня нам и представляет этот свитер. Между прочим, они не только производители самих трикотажных вещей, они производители сырья, они окрашивают самостоятельно все волокна, и вот эта яркая палитра цветов не только в их арсенале, но и в арсенале других брендов, которые с удовольствием приобретают даже сырье у этой фабрики. Ну что ж, давайте знакомиться с расцветками. Многие уже заказывают по два, по три свитера. Присоединяйтесь и вы. Тебе очень идет желтый цвет, горчичка такая, знаешь, с таким вот модным стильным привкусом. Красивый, да, теплый цвет охры, который выглядит всегда очень стильно. Еще один трендовый цвет, кстати, к моему костюму тоже очень хорошо подходит. Да, посмотрите, светлый, голубой, небесный цвет. Следующий цвет кофейный, полюбуйтесь на него. Это базовый цвет, многие берут его. Так же, как и слоновая кость. Это тоже база, я вам вот эти два цвета очень рекомендую в качестве таких вот универсальных вариантов. Следующий цвет джинсовый. О, мне очень нравится, что здесь есть такой, знаешь, как бы переход разных оттенков. Меланжированный, да, очень хорошо, кстати, вот такие меланжированные вещи смотрятся с вельветом. Вельвет сейчас тоже очень актуальный материал. Так, ну что, черный цвет. Далее у нас есть темно-голубой цвет, терракотовый цвет и бирюзовый цвет. Остались они в ограниченной партии, уже заканчиваются. Ну а теперь давайте посмотрим, как сочетать, как выглядеть всегда эффектно. Ты знаешь, я вспоминаю, особенно в студенческие годы, когда особо выбора не было, возможностей тоже было мало, хотелось выглядеть каждый раз по-новому. Но у меня спасало в этом отношении именно похожая водолазка, свитер. Я меняла просто броши, меняла бусы. И это, кстати, всегда было уникальное. Ну, такой, знаешь, образ каждый день другой. Ну, вот ты права, и здесь мы видим то же самое с вами, да, совершенно универсальная вещь. С костюмами, с юбками, а с жилетами, с жакетами. Мы всегда носим такой свитер, и он всегда выглядит уместно. Итак, внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня, только на один день. Свитер получил максимальную скидку. Свитер Амина всего за 999 рублей. 600 рублей экономия, а заказывая, например, два свитера, вы получаете по фиксированной доставке за 199 рублей. Все подробности о доставке в ваш регион уточняйте у наших операторов и позвольте себе брендовое высокое качество белорусского трикотажа по максимальной скидке и каждый день встречайте в хорошем настроении. Ну, а я хочу еще напомнить, что разные бывают планы, так скажем, свитера, водолазки с высоким горлом. Если честно, я не могу носить высокое горло, которое очень плотно прилегает к шее. Оно меня душит. Мне все время хочется скорее снять, или я его вот так начинаю тянуть. Да-да-да, вот это знаменитая как раз история, когда нам хочется чуть-чуть его сделать комфортнее. Да. Но вы знаете, кстати, я вам хочу сказать, что я вообще не ношу водолазки, особенно плотные. Вот это чем меня удивило. Во-первых, ворот можно носить по-разному. Смотри, я его завернула в два оборота. Зачем это делать? Смотрите, если у вас, как у меня, не слишком длинная шея, чуть-чуть нужно оставлять, поэтому ворот в полный оборот, да, вам перережет горло, как мы говорим, стилисты перекроют. Но
тонкость этого ворота нам с вами позволяет сделать, видите, вот как я сделала, двойной подворот, у нас чуть-чуть открывается шейка. Самое приятное, что ворот здесь очень мягкий, очень комфортный, поэтому, вот знаете, что самое интересное, я переодевалась, у меня и макияж на месте, и прическа не сломалась, да. Вот это очень поэтому важный момент. В этом смысле вам действительно понравится. Но есть еще один бонус в этой вещи, это длина. Вот вспомните, да, что самое неприятное. Ты надела? Я, помнишь, рассказывала историю? Ехала в троллейбусе, поручни высоко, у меня была водолазка, но она была не очень длинная. Тронулся, дернул троллейбус, и я схватила за поручень, и у меня открылся живот. То есть я не знала, либо мне все-таки спасаться и схватиться, подержаться, либо держать, чтобы водолазка не оголила меня совсем. Вот бренд Полесье подумал обо всем, в том числе о длине. Смотрите, ну я вам хочу показать, что у меня, вот видите, да, почти закрывается бедро, чуть-чуть короче жилета. Это действительно очень важно. Мы с вами измерим от ворота длину сейчас, да, посмотрим, сколько у нас в среднем она составляет. Посмотрите, вот на 54 размер получилось ровно 60 сантиметров. Это действительно хорошая длина, порядка 10 сантиметров здесь плюсом к стандартной длине водолазки. Это идеально. Итак, горлышко комфортное, очень хорошо тянется, легко надеваем, не портим прическу. И дополняя любыми аксессуарами, мы можем каждый день выглядеть по-новому. Это идеальная ваша покупка. Делайте заказы. Ну а еще, скажи, пожалуйста, что у нас в составе? Очень приятное на ощупь, по качеству. Часто бывает, что, знаешь, вот колется водолазки, и нам, конечно, хочется чувствовать себя во всех отношениях комфортно. Здесь используется 100% пан. Кстати, бренд Полесье производит эту нить, да, с паном. Ее очень многие бренды у них закупают. И здесь очень тонкая вязка. Посмотрите, плотная, но тонкая. Такой свитер не добавит вам объема. Это очень важный момент для обладательниц пышных форм. Чем же хорош пан? Если вы, так же, как и я, шерсть не носите, для вас пан станет спасением. Он мягче, при этом такой же теплый. Он не колется, абсолютно гипоаллергенный. И этот материал действительно очень приятен коже. Кожа нежная, кожа склонная к аллергиям. Вот все мы с вами можем выбирать пан, и это будет действительно очень комфортно, очень приятная альтернатива. Не будет накатываться. Как нам стирать, как ухаживать? Вот, кстати, про стирку. Смотрите, если за шерсть мы всегда переживаем, стираем только руками, пан можно стирать в стиральной машине, холодная вода и деликатный режим. Делайте заказы, успевайте, возьмите несколько свитеров, носите каждый день с разными аксессуарами и будьте всегда в форме.